В Минкультуры и Минприроды Чувашии снова сменились руководители. Предыдущие министры были отправлены в отставку 2 дня назад. Указы о назначении новых глав министерств сегодня подписал временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев, пишет интернет-портал «Мой город Чебоксары». Исполняющей обязанности министра культуры Чувашии стала Роза Лизакова. Впервые Минкульт она возглавила еще при президенте Николае Федорове и проработала с 2008 по 2012 годы, а затем перешла в Национальную библиотеку Чувашии. Исполняющим обязанности министра природы назначен начальник управления Росприроднадзора по Чувашии Виктор Косачев, проработавший в этой должности с 2006 года.